Во вторник в Черноморске состоялся первый в этом году сбор крови донорами, организованный волонтерами общества Красного Креста. В этот раз сдача ценной жидкости была посвящена столетию со дня образования этой организации в Украине. Свою работу в нашем городе волонтеры начали более 5 лет назад. Вначале у нас были поездки на станцию приливания крови, мы собирали людей, да, и транспорт искали. А дальше количество доноров увеличилось в нашем городе, и стала необходимость просить, чтобы врачи приезжали сюда к нам. И здесь на месте мы уже организуем помещение и собираем доноров. Сдача крови самой для каждого человека здорового, нормального, это полезно. Если нет никаких противопоказаний. Естественно, можно этим помочь людям, даже спасти жизнь. Доноры, которые регулярно сдают кровь, они меньше страдают в процессе жизнедеятельности на сердечно-сосудистые заболевания, лучше себя чувствуют, особенно после сдачи там. Ну, это в целом полезно для организма. Хотел, в свою очередь, поблагодарить администрацию морских портов города Ильичевска, а также молодежную организацию администрации Ильичевского порта за то, что они предоставили помещение для забора крови. Так как в нашем городе подобные акции проходят регулярно, они уже успели привлечь немало постоянных участников. Процедура для меня это не новая. Сдавал неоднократно кровь. Нуждаются люди, беременные женщины, переливание. Вот сейчас, вы знаете, проводится антитеррористическая операция. Много наших военнослужащих получают ранения. Они нуждаются в крови. Поэтому как бы, вот мое решение принять активное участие в данных мероприятиях. Сдаю кровь уже на протяжении 5 лет. Сдаю для того, чтобы помогать. Моя кровь, возможно, кому-то поможет в каких-то трудных ситуациях. Ну и для себя это как бы полезно, так как я занимаюсь спортом, это очень полезно для организма. Стараюсь своих близких и друзей тоже приглашать. Некоторые соглашаются, сегодня даже присутствуют некоторые из них. Участие в акции принял 41 донор, и медикам удалось собрать более 18 литров.